Привет, мои дорогие друзья, а также гости моего канала. Сегодня я покажу вам интересный краш-тест денег. Реально, что-то делать нечего было, мне что-то стало скучно. И подумал, а ну-ка я проверю, что будет с новыми банкнотами. То есть вообще идея зародилась именно из-за вот новых банкнот Украины, которые начали делать. Так как старые банкноты Украины, когда... Ну, их стираешь, что с ними как бы все в порядке. Ну, я ни разу не видел испорченную гривну после стирки. А вот мне интересно стало, как себя поведут новые банкноты. То есть нового качества, которые вот они сделали. Также вот эти элементы защиты и тому подобное, как они себя поведут во время стирки. Ну и помимо всего этого, я сюда добавил еще несколько банкнот. Значит, две сотки сравним. Старые купоны будем сравнивать, тоже интересно, как они себя поведут. То есть, вот я набрал кучу банкнот из обращения. 500 российских рублей, тоже интересно, как себя поведут во время стирки, вернее, после стирки, что покажется. Старые 10 рублей, ну, их еще в ходу, в принципе, можно встретить, образца 97-го года. Также 200 рублей российские. Но тут меня вопрос заинтересовал кое-какой. Сейчас проверим. Я сейчас покажу кое-что. Это очень интересный эффект, который можно посмотреть, скачав специальное приложение как бы Сбербанка России. Там официальное. И через него вот такая вот иллюминация прикольная появляется на балконе, хотел сказать. В общем, идея в том, что после стирки интересно, пропадет ли какие-то данные, будет ли продолжаться этот эффект после того, как банкноту постираем или нет. А также еще немаловажно для НБУ на заметку, чтобы подобное сделали на наших банкнотах. Это крутая пропаганда, очень круто и красиво. Вот этот прикол, будет ли, ну, останется ли считывание информации, проверим. Также 500 купонов Приднестровье, 100 рублей старые российские, убитенькие. Дальше киргизские сомы, 20 сом тоже протестим. Дальше туркменские. Бирманат какой-то тоже протестируем, как себя поведут. Турецкие 5 лир проверим. Малазийские рингиты пластиковые. Румынские леи пластиковые тоже посмотрим. Азербайджанский манат, кстати, очень дорогой номинал. 20 китайских юаней тоже проверим. 5 европейских евро, 10 рублей СССР 91 год, 25 рублей СССР 61 год, 1 доллар 93 года, 5 долларов 2006 года и 5 долларов 2003 года, то есть старого и нового образца. Вот эту всю пачку сейчас я просвечу ее ультрафиолетиком. Своим приборчиком. И посмотрим после стирки, как будет ультрафиолет. Вот, 100 гривен светится нового образца. Вот так красиво. Есть волосики, светится полоса. Запоминаем. Старого образца. Ух ты, какая-то... Короче, кто-то, видимо, очень обрадовался этой банкноте. Вот, тоже светится полоса. Запоминаем. 200 купона карбованцев. Как интересно, оперный театр светится. Кстати, это оперный театр Тараса Шевченко, если не ошибаюсь. Или нет? Ну, похожий. С этой стороны нифига не светится. То есть, чуть-чуть светится у него оперный. Как-то так необычно. Ладно, запоминаем. Дальше. 500 российских рублей. Ничего не вижу, что там светится вообще хоть что-то. Вообще, походу, ничего не светится. Фальшивые, наверное. Я не вижу никакого света. Короче, 500-ка
Ага, вот что-то на кораблике светится. Может, это мусор? Нет, наверное, вот это вот защитный элемент. Короче, что-то светится. Дальше 10 рублей. Тут он нифига не светится. А, нет, вон есть волосики, еле заметные. Да, все, это волосики, вон там еле заметные волосики светятся. Дальше едем, 200 рублей. Здесь светится вот это здание оранжевым цветом. Почему-то мой телефон не воспринимает оранжевый цвет. Здесь светится несколько волосиков. Вот одна возле колонны. И вот там вот. Вот здесь кусочек светится. Вот. Все. Дальше. Это что у нас там? Приднестровье. Светятся волосики и какие-то как пятна, что ли, разноцветные. Такое непонятное что-то. Да, именно какие-то как пятна. Еле-еле светятся. И плюс много-много волосиков мелких. Дальше. 100 рублей Россия. Она просто все светится. Здесь, короче, волосик. Пару волосик, волосинок тоже есть. Вот в нолике есть. Ну, такое. О, это уже поинтересней. 20 сом. Здесь прикольный такой логотип 20 сом засветился. Дальше здесь у нас светится номер серийной банкноты. Очень красиво оранжевым цветом. Ярко-оранжевым. Дальше здесь у нас туркменские. Ох ты, как красиво светится полумесяц. Офигеть. Просто супер. Ой, а здесь вообще прям мега иллюминация. А вот туркменские самые яркие. 100 гривен, в принципе, тоже светились неплохо. О, 5 лей. Пятерочка. Красиво засветилась. Здесь номер серийный. Здесь вот на лице просвет вот этот классный. Так, малазийский рингит и цветочек светится. И еще какая-то ерундовина. О, здесь красиво. Ой, класс. Очень супер. Вот это появилось. BNM. Это малазийский банк. Банк национальной Малайзии. Ихний этот, как он там называется. Короче, штука, которая на ветру летает. Румыния. Вау, кто-то что-то написал. Что написано? Прикол. Пятерик что-то там. Блин, для Ферри. Пятерик какой-то. Прикиньте, кто-то текст что-то написал. Прикол. Угу. Здесь пятерка, здесь... Номер серийный светится, хорошо. Дальше. О, я уже вижу, как горит прямо. Так, здесь этот полоса светится, только вот эта центральная полоса. Это на одном. Ага, здесь светятся вот двери, ворота в рай. Здесь полоса тоже очень красиво светится. Один манат азербайджанский. Какая двадцатка, прям обжигает глаза. Вообще класс, светится, супер, китайский юань. Здесь волосики. Дальше 5 евро, звезды светятся и красиво переливается полоса и точки, маленькие звезды вот эти. С этой стороны под мостом какое-то свечение, плюс полосочки и банкнота вся вон. Ну, она не светится, сама банкнота. Так, советские рубли, полосы вот эти засветились, 91 год, здесь нифига не светится, старые, 61 год, ну все, тут ничего не светится, тут нам такие защиты не нужны были в то время, видимо, эти тоже не светятся, ну может кто-то ручкой что-то напишет еще интересное. Так, американский доллар 93 года. Вообще не светится. Но состояние у него угандошенное, в хлам. Проверим его на прочность. Дальше 5 новых долларов нового образца. Светится только полоса. Вот эта полоса светится.
И здесь полоса светится. Отлично. 5 новых долларов старого образца. Здесь светится вот полоса вот эта. А с этой стороны тоже светится только полоса. Все, я их просветил. Вы все, в принципе, более-менее запомнили. Если что, можно будет перематывать назад, сравнивать. Ну или, по крайней мере, я запишу, например, чтобы можно было рассказывать, что там светится в каждой банкноте. Все это я положу сейчас вот в такой вот, в такой пакетик. Вот в такой пакетик. То есть эта штучка на змейке. Вот всю эту пачку я запихиваю вот сюда. Аккуратненько. О. Вот там вот лежит наша куча бабла. Реально бабла нормально. Пойду в стиральную машинку теперь все это запихивать. И продолжим. Смотрите продолжение в следующем фильме, который находится выше.